Я не досказал, как он пришел в университет, и вышибли меня оттуда, чтобы, ну, не давали мне. А проректор говорит Семке-то, Борис Васильевич, а почему нет, у нас свободной аудитории дадим. И почему они сами ничего не делают, а за вами гоняются-то, дескать. Вот такое дело. Такую подлянку Израиля не выставишь. Их никак это не касается. Лишь бы только проповедь не звучала нигде. А там сколько людей пришло, и курсанты обращались, и... О, подметает. Так, ну все тогда. Оставь маленький. Ну, тут видно все вот это. Вот такая здесь. Может быть, садик, может быть, даже садик. Все одно и то же. О, а там второй он лежит. Ну все, оставь его. Павел Рубцовский, центр. Это Павел. А вот, далеко ты видать, зеленый-синий. Между... Это Покровский, единственная церковь была. Я не знаю, в Алтайском крае это 5 было или не было. А сегодня в одном городе больше 10. Вот это Барнаул, его видать. Там низина. А вот так дальше, так я покажу рукой. Там не офис, а Барнаул-то. И там находится с этой стороны тюрьма, СИЗО. Кажется, 17/1. Я там был несколько раз. Там монахинь была, всех вывели и расстреляли прямо возле это, тюрьмы. И там все это памяти стоит. Это хорошая, красношлемая родители народов. Все, теперь они к власти рвутся опять. А то народу много. Ну все, наверное. Все. Барнаул. Голубятника. И вот сюда они где-то выше, ну, наверное, там вот это. И выпускали, чтобы надпись «Барнаул» была видна. И далеко, там Екатеринбург, Свердловск. И у них специальный автобус, он так поднимает крышку-то, а там голуби, где голуби сидят. И они сразу одновременно вылетают, там штук по 70, и летят больше 1000 километров. А там фиксируется на ножке, он залетает, когда сигнал, какие быстрее всех прилетят в разные города. Соревнования тут бывают. Барнаул это не провинция. Кажется, 750, что ли, тысяч человек. Все.